Коллеги, рядом со мной Наталья Захарова, представитель Газпромбанка. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Давайте пообщаемся, наверное, о форуме. Как вам? Вы знаете, форум очень интересный, и надо сказать, что в очередной раз удивляет тот интерес и те тренды, которые представляет ритейл на выставке. Очень много запросов. По-прежнему на повестке дня цифровая трансформация, технология, клиентский путь и, конечно же, поиск эффективности. Поиск эффективности, он вечен, но, может быть, сейчас наметились какие-то интересные тренды ближе к людям и ближе к прибыли. Может быть, поделитесь? Конечно, безусловно. Любой бизнес всегда ищет эффективность в любом процессе. Я представляю транзакционный бизнес Газпромбанка, и действительно, со своей стороны мы предлагаем те решения, которые позволяют компаниям более эффективно управлять ликвидностью. И действительно, здесь и наличный эквайринг, АДМ, наверное, слышали, да, что позволяет управлять наличной выручкой, и системы управления ликвидностью по безналичной выручке, как, например, кэшпулы. Они действительно позволяют компании получать дополнительную экономию и более эффективно управлять своей ликвидностью, что очень востребовано на сегодняшний день. Хочется узнать, отвечает ли на запросы ритейл-рынка Газпромбанк? Может быть, ритейл ставит перед вами какие-то вопросы, вот ближайшие два дня какие-то злободневные, и вы их решаете? Или все работает штатно, и пока всех мощностей Газпромбанка хватает на то, чтобы закрывать все вопросы? Вы знаете, конечно, мы предлагаем те решения, которые закрывают текущие потребности, но ритейл не стоит на месте, как и любая индустрия. Компании ищут новых решений, компании стараются цифровизироваться, и действительно мы идем вслед за клиентом, потому что действительно на повестке дня и высокая конкуренция, и развитие технологий, та же цифровизация, поэтому мы постоянно адаптируем наши решения, предлагаем рынку новые решения, идем за клиентом. Нам даже важно, чтобы к нам клиенты выходили с новыми запросами, с новыми интересными предложениями и идеями, которые даже если сегодня они кажутся, может быть, отчасти неактуальными или идеями будущего, через какое-то время они становятся объективной реальностью. Вам хочется верить, во-первых, потому что мы уже видим, что некоторые решения, которые принимались абсолютно легко и необязательно, потом стали must-have. Я, конечно же, говорю про одни платежные системы, которые вдруг стали резко популярны и, самое главное, практически недоступны, кроме вашего банка. Это говорит о том, что ваша экспертиза и ваш взгляд в будущее всегда прав. Спасибо. Спасибо за интересное интервью и надеюсь на встречу в следующем году. И вы будете рассказывать про новые продукты. И самое главное, расскажете, как ритейл-рынок благодарен вам за совместную работу. Обязательно. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и, безусловно, будем работать вместе с компаниями отрасли ритейл, как и со многими другими отраслями. Спасибо.